И всем привет, мои хорошие! Меня зовут Максим, это канал Angry Games, где мы продолжаем играть в Сталкер, Обреченный город. Нам, в общем, дали задание спасти пацанов, чуваков, корешей, как тут называют их. Так что мы пошли в детский мир. Только сейчас мы вспомним, где он. Все, я вспомнил, где он. Можно идти. Итак. Сейчас мы быстро пробегаем все, что можно. Собаки, не сидите жопой на холодном асфальте. Заболеете еще. Потом будете кашлять. Вот эти парни почему-то не хотят со мной больше общаться. Что такое? Хочешь болтом по башке? Здорово, мальчик. Привет. Работа есть для тебя. Возьми. За работа? Говорят, что недавно в городе один доходяга объявился прямиком из Верхов. Кое-что оттуда прихватил. Я, конечно, мало в россказни верю. Но говорят, офигеть, это вот именно тот... Представляешь, артефакт, как в Чернобыле, только у нас в Лермонте после взрыва. Неужели эта зараза у нас появится, блин? Ну да ладно, ближе к делу. Его последний раз на рынке видели, и мои люди, которые за ним присматривали, сказали, что он оттуда не вышел. Будешь ли? Хорошо. Ничего ты такой бородатый прям. У меня покруче, конечно. Ну ладно. Я имею в виду, в жизни у меня покруче. У этого-то... Какая у него борода еще? Совсем малец. Так, ладно, в принципе, в одну сторону. Идем сейчас выручать ельцинских ребят. Детский мир вон там находится. Я уже выучил этот город, как свои 5 пальцев. Так, главное, чтобы меня врасплох не застали. И почему я один? А, ну вот пуска началась, конечно. Кого-то вижу. Сдох, отлично. Я прям снайперюга, блин. А тут вот 2 моих чувака, да, еще, видимо, которые скажут... Я тебе буду помогать. Ой, они убили, что ли, нашего? Охренеть, они нашего убили. Или нет? Ай, блядь, тихо. Охренеть. Ладно. Может быть, пока попробовать просто пробежать. Еще и сохраниться поближе там, к тому месту. Не-не-не-не-не. Радиация. Не, тут начинает сразу играться музыка. Значит, попробую, чтобы меня не засекли сразу. Отлично. Блять, со всех сторон, а? Ну выходи. Я тебе в ногу. Больно? Больно тебе? О! Ты дурак, что ли? Так и умереть можно. Так. Я не помню, на какую кнопку там... Лечиться? Так, пока все живы. Пока все живы, только меня могут чуть-чуть убить. Сохраняемся. Ребят, во сколько там еще? Еще много, да? Отлично, -2. Еще 3 должно быть. Значит,
Может быть, это, конечно, с моими ребятами. Так, там вроде никого. Да успокойся. Прыгает он тут. Интересно, на каком этаже они? Иди сюда, чмошник. Блять, их там еще до хрена. Я думал, граната полетела. Отлично. Блин, музыка чем-то напоминает Resident Evil 1. Стой, 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 чувак. Спасти разведчиков. Сейчас спасем. Не вопрос. Где они? Я на самом деле думал, что мне тут помогать кто-нибудь будет. Но это как бы хер вам, да, называется? О, ништяк, я сейчас тут броники попродаю сразу же. Броники, хавка, патроны. Ну-ка, посмотрим. Принимает он их? Нет? Эй, а где твой коллега? Слышь? А ты покупаешь, нет? Ой, ты покупаешь, отлично. На. Дарю, 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 дарю. Есть что-нибудь легкое, но мощное очень? Что-нибудь за 100 тысяч есть? Ну, прям чтобы... Вот моя стоит 17. Что дороже есть? За 19? За 6? Все херня получается. Экзоскелет. Во, я хочу экзоскелет. 96 тысяч. 70 тысяч. 130. 90? Я, мне показалось 900 аж, блядь. Прототип. 19 тысяч. Прототип экзоскелета. Ну, блин, он тяжелый очень. Так бы я взял, конечно. Так, что там у них еще? Пистолеты. Ай, не та кнопка. Да выйди. Так, а почему я не продал-то? Что-то я не понял. Чувак, ты что не купил-то ничего у меня? Я же сейчас с гранатой к тебе приду. Давай покупай. Торговать. Забери, пожалуйста, и это, и это. И пестики. Торговать. О, ништяк. Вот это я понимаю. Торговые отношения. Сохраняемся. И идем лутать. Я даже сейчас, наверное, повыкидываю тут весь свой шмот. И залутаю. Все вояки тупые уроды. Короче, вот здесь вот я выкину свой шмот. Выбросить. Это сколько весит? 0. Это может быть много весит. Ну ладно, это не будем выкидывать. И броню выбросить. Все, это все у меня лежит здесь. Так, где пистолет? Где-то здесь, я просто его не вижу. А, вон он там. Все, хорошо. Идем, собираем все, что у них есть, и идем продавать. Я у мамки бизнесмен, этот называется. Блин. Все, да? Пройдем теперь вот так вот. Ой, а тут откуда? Калаш. Тут есть выход-то, надеюсь. Блять, а тут выхода нет. Ой, дебил. А, и выносливости нет. Не хватит, да, мне уже? Нет, не хватит, говорит. Че выкинуть? Ты похавать не хочешь там? Давай, да? Скушаем бутербродик. И газировочкой запьем. Сможете? Нет, не сможете. Ладно. Зарядить и выбросить. Зато у меня выносливость теперь есть. Пройду я здесь? Пройду, отлично. Только выносливости опять-таки нет.
Фью, сейчас закидаю, блядь, болтами. Не, таким металлическим полбу, если прилетит, тоже будет. О, нихера себе. Пока. Здорово, я тебе еще тут принес. Всякого добра. Ты че, обратно мне отдал? Дурачок, что ли? Мне кажется, патроны у меня до хрена прям занимают. Если у меня просто так 28 грамм. Чувак, купи мне патронов. Оставлю 350, а этих 300. И этих 300 оставлю. Отдай. Вот так вот. Дай гранат. Да на, все гранаты забирай вообще. Армейская, научная, аптечка. У этих целая куча. Но это они нифига не весят. Ну вот, да, патроны 5 килограмм где-то занимали. Ну, тем более я как бы не все продал. Ты что, ты дала, что ли? Так, ребятушки. Собираем. Отлично. У тебя что есть? И у тебя что-то есть. И у тебя что-то есть. У вас у всех что-то есть, ребята. Это так хорошо. Прям. Ой, все, да? Да успокойся. Зачем? А. Ну давай. Пару автоматов тебе отдадим. В следующий раз заберем. Так, ребят, давайте я пока это не буду записывать, пока я туда-сюда бегаю. Я займет там буквально пару минут, но все равно неинтересно посмотреть. Блин, гребаная игра опять крашнулась, представляете? Я не знаю, записалась ли моя перестрелка, но, в общем, я был молодец, я всех убил. Я красавчик. Пошел спасать этих идиотов. И у меня вот здесь вот, после разговора, этим придурком. Не, даже не с этим. Вот давайте сохранимся сейчас. Так, ребята, попытка номер 3. Так, я с ним поговорил. А, да, все. А вот тут вот чувак стоит, с ним разговариваешь, и все, после этого игра вылетает. Так что я этого больше делать не буду, а пойду к Ельцину. Еще я сначала бегал, если этого нету на видео, сначала бегал, лутал чуваков, бегал тут, продавал. Там же близко чувак находится, который принимает броню всякую. Но потом подумал, что нафига мне это надо. У меня же... Собаки живучие, чем солдаты. Эй, эй, не-не-не, радиация, уйди. Радиация, уйди, 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 пожалуйста. Потом подумал, что деньги-то мне тут ни к чему, потому что в любом случае... Мне нужны, видимо, эти два чемоданчика. Один от Ельцина. Дайте танк, пожалуйста. Один от Ельцина, другой от старика. Так что... Я решил не бегать и не торговать. Мне кажется, скоро уже конец игры будет. Просто не знаю, когда он точно будет. Еще, ребят, я, наверное, говорил. Но это может, могло не записаться, не помню в какой точно момент. Что во время переходов, вот этих прогрузок, которые только что была... между локациями, бандикам сам перестает записывать и потом сам начинает записывать. Так что я не знаю, какие мои изречения могут пропадать в связи с этим. Так что если я либо заикаюсь, либо половина слов там куда-то пропадает, на меня уж не обижайтесь, как бы это уже не от меня зависит. Ельцин, привет! Ой, ружье какое у тебя классное, кстати. О, спасибо, незнакомец! Ушло, помог! Славный ты мужик! Ну, это я в хорошем смысле! Не, ну я не прочь, как бы, с твоей дочкой. Если главное, чтобы она не так же разговаривала. Вот бы ей такого парня, как ты! Жаль, только недавно
А мини в парке подорвалась, ой, понимаешь, блядь, ли? Ну извини. Теперь от нее у меня только уши баночки остались. Да уж. Все эти военные суки! Держат нас тут как крыс в клетке. Знаешь, что я думаю? Ничего. Ладненько. Все, отлично. Я добыл деньги для хакера. Но либо сейчас будет уже там ближе к концовке дело у нас продвигаться. В этих моментах я теперь, наверное, ничего не буду говорить, потому что это может не записаться. Как я уже сказал, либо уже у нас дело близится к концовке, либо сейчас с хакером что-нибудь случится, как я думаю. Скажет, давай мне уже не 500, а 3 миллиона там. Как он там пернул в самом начале мне в ухо. Типа, я мог бы сказать и 3 миллиона, типа, деваться тебе некуда. У меня теперь есть ружье крутое, и деваться теперь ему некуда. Ты что там, спишь опять, что ли? Давайте сохранимся. Я принес Слушай, деньги. Оглянись, кому в этом городе сейчас... Ты охренел, что ли? В городе хаос. Сейчас дороже золота, хороший коп... Фух ты, ублюдок, ну, а! Ну, мужик. Да-да, я согласен, давай деньги. Мужик, чисто по-человечески. Пока я буду заниматься твоей проблемой, окажи мне услугу. Не бесплатно, конечно. Ну, давай. Я слышал, два федерала трепались о том, что на вокзале сегодня придет поезд. Привезет всякое дерьмо и оружие. А мне жутковато с голыми руками по городу шататься. Да и тут, если честно, не по себе что-то. Вот я и подслушал, что привезут стволы крутые. Достанешь? Я в долгу не... Хорошо, давай. Давай попробуем. Ты тут пестиком своим не это... Не тычь мне в лицо. То ведь я могу и стрельнуть. Эй, тихо. Так. У нас получается сколько там еще заданий? Заданий, блин, все добавляются и добавляются. Найти ствол, достать ствол. Как вы задрали уже, а? Так, ладно. Даже не знаю, как поступить. Либо пойти артефакт поискать. Там же и пистолет. Как бы в этой серии. А в следующей серии уже пойти на вокзал. Раздобыть там. Смотри-ка. Там кто-то есть. А кто? И где? А, вон он стоит. Ну, чё у тебя такой пулеметик там, а? Ладно, потом с тобой разберемся уж. Я не хочу, сейчас подойду, он еще какое-нибудь мне задание даст. Подождите, пока с этим разберемся. Там уже видно будет. Так, пошли в жопу пока. А потом, получается, как я уже сказал, в этой серии идем на рынок. Тем более, пока светло. Да, кстати, пока светло, надо быстренько бежать туда. Потому что на рынке в темноте вообще очень жутко и страшно. Там ни хрена не видно. В этой игре как бы темноту сделали такую, что фонарик тебе, в принципе, ничем не помогает. Фонарик светит кругом. В этом кругляшке ты видишь, все вокруг уже ничего не видно. Ну давай, отдыхай быстрее, пожалуйста. Побежали. Сохраняемся. Там чувак, ладно, идем на рынок. Итак, ребят, на рынок мы не идем, потому что... При переходе в ту локацию игра почему-то вылетает. Я уже попробовал несколько раз. И постоянно одна и та же дема. Встань. Хер знает, что делать. Ну, может быть,
Надо выполнить пока какую-нибудь другую миссию, и станет доступна та. Ну, не та, а вообще переход туда. Фиг знает, игра вылетает и все. Компьютер перезагружал. Политикам перезагружал. Ничего не помогает. С чем связано, не знаю. Чего я такой перегруженный-то опять? Сколько у меня? 37 килограмм. Павли. Так, тогда мы идем на вокзал, пока светло. Там раздобудем новое оружие. Какое-нибудь супер крутое. Супер-пупер. Ой-ой-ой. Да сдохни ты. Аж патроны заканчиваются. Отлично. Отлично. Чувак, ты один остался. Я тебе в темечко. Ой, не в темечко, а в лоб, получается. Вот пошел, стой сюда. Вернись. Вернись, я все прощу. Отлично. Так, а мне надо прямо на вокзал идти или здесь? Ой, тихо, тихо, тихо. Тихо, друг, тихо, тихо. Ну умри, умри, пожалуйста. Умри, пожалуйста. Это ублюдок, а? Еще, еще вылез. Да, сдохни. Вот мазефака-то, а? Отсюда прям хорошо было стрелять, мне понравилось. Отлично. Так, и получается еще один у нас герой где-то. Так, вон он. Отлично. Все. Я надеюсь, все. На всякий случай перезапустил запись. Сохранился. И теперь можно пойти посмотреть, что у них тут было. Пока не стемнело. Вау! Ништяк! Это мы возьмем. Это хорошо. Так, где я тут еще убивал? Блин, у вас у всех такое классное, да, оружие? Ништяк, ништяк, ништяк. Прям ляпота! Но это, видимо, еще не то, потому что мне надо идти на вокзал, наверное, на сам. Прям на самый-самый вокзал. Сейчас посмотрю еще, что у того чувака было, последнего. И пойдем. А, ну у него то же самое. Все, я перегружен. Так, все, все собираем. И сейчас будем выкидывать. Отставь себе. Гранат в топку, бронежилет в топку. Вот это вот тоже в топку оставляем. Себе два штуки. И идем дальше. Это что за клетка? Для танцовщицы, что ли? Или для кого? Сохраняемся. Не, я ведь правильно иду? На вокзал, чувак сказал. Значит, мы идем на вокзал. Немножко стало напрягать уже то, что... Я говорю, немножко стало напрягать то, что приходится постоянно из одной локации в другую ходить. Ой, тут что-то взорвалось все. Ну, типа, локатор у меня засек кого-то, но я пока никого не вижу. Это что такое? Это как у меня?
Да, это Абакан. Только разрядить и выбросить. Что, может из этого пострелять немножко? Давайте попробуем. Патроны есть. Ой, какой прикольный прицел. Прицель! Где они? Я никого не вижу. Эй, ребята! Что это такое? Это трупы, что ли? Опачки. Ой, заклинило. Блин, у них экзоскелеты, ништяк. Сейчас броню себе нормальную возьму. Да убейся ты. Отлично. Да что такое беспонтовое оружие-то, а? Блин, надо было гранаты оставлять, наверное. Куда ты убежал? А? Кто там? Подожди. То он выше берет, то ниже берет. Непонятно. Так, надо менять это оружие. Отлично. Вот. Автомат так автомат. Так, где-то там, да, еще один? Да, он последний, кстати, там. Где ты? Чувак, тебя тут не ждали. Еще где-то что ли? Да где? Ой, попал, молодец. Ой, и я попал, да? Винт. Какая музыка началась. Все? Аль, не все. Еще 4 где-то кого-то. М16. Блин, дайте мне экзоскелет, чуваки. Ой, что за оружие у вас такое прикольное? А у вас не экзоскелет? А почему вы так выглядите? А у вас на самом деле совсем. Так, а сколько стоит? А почему не написано, сколько стоит? А, 5000. Окей. Ладно. Пора включать фонарь. Куда идти-то? Я как бы пришел. А меня тут не ждали. Блин. Разрядить и выбросить, разрядить и выбросить. Где этот вагон гребаный? Как-то темнеет, так-то страшно становится. Чё? Кто? Где? Кто? Подожди. Он кого? Кто? Я никого не вижу. Но кто-то уже рядом. Это кто? Так он мертвый. Ч?
Чё началось-то, вы чё? Да хорош, всё, я всех убил уже. Успокаивайтесь. Туда я не смогу пройти. Они, видимо, тоже хотели туда пройти, но не смогли. Так, по рельсам... Не... Ну-ка... Ой, всё. Спасибо. Спасибо, что ты вылез оттуда. Учились же. Всегда говорили, что по рельсам ходить нельзя. В какой мне вагон надо? Что мне вообще надо сделать? Получить информацию. А какой ему ствол надо? Ой, не та кнопка. Да уж. И куда мне здесь идти? В какой вообще вагон? Непонятно, непонятненько. Ну, ладно, ребятушки, давайте на этом тогда закончим на сегодня. Может быть, там. И похожу, поброжу, и в следующей серии мы продолжим. И я как бы покажу вам, какой же вагон здесь нужен был для того, чтобы продвинуться по сюжетной линии дальше. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии внизу под видео. И до скорых встреч. Всем пока. Пока-пока.